школе аула Малоабазинск состоялось мероприятие, посвященное столетнему юбилею первого абазинского профессионального писателя, прозаика и поэта-песенника Пасарби Цекова. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Пасарби Кучукович Цеков родился в ауле Инжичукун 1 сентября 1922 года. Но в 1926 году семья перебралась в Малоабазинку. После окончания семилетней школы поступил в Черкесское педучилище, переводил стихи великих классиков на абазинский язык, да и сам начал писать. Работал в абазинской газете. В 1941 году был призван в армию, учился в Волгоградском училище связи. Затем был направлен в 4-ю воздушно-десантную бригаду помощником командира взвода. В 1942 году в боях под Армавиром попал в плен, из которого благополучно сбежал и спас раненого товарища. Принимал участие в походах и боях Великой Отечественной войны, почти до ее окончания. Проявил себя как мужественный боец и бесстрашный воин. Это знаковая личность, очень значимая и очень важная личность. Но в первую очередь это был поэт и писатель из тех, кто... Одним из первых вступил в абазинскую литературу еще в довоенный период. Первые его стихи были опубликованы еще в 39-м, 40-м, 41-м годах. Он прошел дорогами войны, был участником войны, но и после войны он вернулся к творчеству. Параллельно, кстати, был учителем. С 1966 по 1967 учился при литературном институте в Москве. Полученный опыт применял в работе на радио, в печати, не переставал писать свои произведения. К сожалению, после продолжительной болезни скончался на 63-м году жизни. Как человек был очень добрый, ответственный. Про таких говорят душа компании. Присутствующие на мероприятии учителя, общественные деятели, писатели говорили о большом вкладе Пасарби Цекова в развитие абазинской литературы. Всеми уважаемый он был. Все его любили, все его хорошо помнят и чтят его, как хорошего человека, как хорошего нашего земляка. Школа аула носит имя достойного сына абазинского народа и талантливого писателя. Ежегодно проводятся памятные вечера и мероприятия. Память о Пасарби Цекове тут чтят из поколения в поколение со школьной скамьи. Альбина Курачинова-Кенжева, Фатима Хунова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малоабазинск.